Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Cortex наносит ответный удар. Надо опасаться его. Вот. В прошлой серии мы с вами продолжили путешествие по мирам. Тут вот. По всем этим телепортам вот. Немножечко столкнулись с проблемами, но справились с ними. Ну а в этой серии продолжим. Вот, надо быстрее идти, потому что Crash он уже грустит. Ну и не откладывая в долгий ящик. Погнали! Так, у нас тут осталось сколько? Раз, два. Подожди, раз, два. Раз. Да, раз, два. Два уровня осталось, да? Вот, Crash Dash. А погнали вот в Crash Dash. Что там такое? Что нас там ожидает в Crash Dash? Так. А где выход-то? О, да ладно. Я знаю, что это сейчас будет. Сейчас будет камень, да? Ох, ё-моё. Это как в первой части, я помню. Ну ладно, чё, понеслась. Так, пока нет. Ну окей, жизни сразу взяли. А, за эти нам дали, да, за яблоки. Окей, вот отсюда он, значит, свалится. Наш камушек. Фух, ну ладно, погнали. Ой, тут снежный. Он еще и оглядывается назад, анимацию добавили. По-моему, не было это в первой части. Чё это такое? Ху! Так, окей. Первая такая для затравочки, она коротенькая была, да? Так, чекпоинт, окейушки. Он еще, видали, оглядывается такой. Палево за мной, снежок гигантский гонится. Блин, прикольно. Ладно, погнали, погнали, Crash! Так, я так понимаю, на вот эти штукенцы... Да, это бомбы, ё-моё. На них лучше не нарываться. О! Ого! Ого! А, сразу же сдох, да? Ё-моё, нифига себе. Ладно. Так, тут сейчас... О, мины будут. Оу, ее! Ого! Его аж это... Оттолкнуло взрывной волной, короче, от снежка. Прикольно. Анимации, короче, прям добавили во второй части. Смотрю. Фу, так, 9 жизней. Надо передохнуть. Вот так сделать. Хэч! Фу, погнали. А, блин! Хоть бы как-нибудь это замедляли его эти. Ё-моё! А, нету этого, блин. Нитро. А где чекпоинт? О, есть, кристалл. Тихо, погоди. А, он провалился. Мяч этот, шар, снежок. Так, стопэ. Надо аккуратнее. Бум. Так. Подожди. Затык. Каким макаром мне с разгона баба... Подожди, ну как это? Как вот этот выбить-то? А, во! Нормалёк! Так, где-то еще там яблоко. Опа! Так, куда мне надо? А, вон, вижу. Чук-чук-чук-чук. Надо жизни здесь брать по-любому. Ух! Так, ох ты, ё-моё. Так, что нам делать? Нам можно вот так сделать. А, нифига, блин, так не сделаешь. Ой-ё!
Я думал, там будет отсчет сначала 3-2-1, как обычно. Нет, сразу взорвалось. Блин. А, еще раз можно? Да ладно. Типа не прошел? Да, но там это не прокатит, получается. Жизнь хоть не потерял? Нет. Давайте еще раз. Что за фигня? Мордой просто вниз. Так. Оп. Так, тут, короче, надо не за яблоками, наверное, падать, а вот сюда, на ТНТ эту сверху. Блин! Жизнь потерял? Нет. Так. Не, ну надо же добить. Так, здесь, короче, вот так, наверное, надо. Оп, ну зато яблоко там не берешь. Блин, в любом случае, короче. Засада. Так. А, яблоки-то теряются каждый раз. Они же рассыпаются. Я думал, сейчас вот жизнь наберем все равно. Не мытьем, так катанием. Так, надо как-то вот так вот. Оп! Давайте вот так вот сделаем. Пиу! А где жизнь-то? Слышь! Ее что, взорвало? Ну ё-моё, а? Как так? Так, тут надо аккуратней. Тынь, 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 тынь! Ну и фиг с ним. Хач! А, ну одну жизнь я взял. Да? Да. Вторую взял. Пойдет. Две жизни с бонуса. Нормалёк. Теперь чекпоинт, ребят, дайте, а. Эй. Ух ты! Ух ты! Пойдет. Еще жизнь, вообще огонь. Так, что мы имеем? 11 жизней. Так, алмазик мы уже взяли. Ну погнали! Дайте ускорялку! Так. Ух. Ну блин, знают, где ставить, а? Ямы эти и бомбы. О, куда это я? Куда это я? Блин. Вообще палево. Так. Оп! Оп! Так, где? Тут что-то будет. Справа надо, справа. Фух, блин, уже 8 жизней. Эч! Фух! Я видел там много жизни всякого разного, ну блин, как я мог это все взять? Там, скорее всего, надо было тогда на ускоряшках этих. Я фиг его знает. Фух! Ладно. Сколько жизней? 7. Пойдет.
Да, усложнили, усложнили. Концепция та же, но, блин, развили ее. Так, еще один алмазик. Ага. Интересно, если бы мы его не взяли, то что? Так, давайте-ка сохранимся. Вот это, конечно, бонус. То, что сохраняться можно после каждого уровня. Вне зависимости от того, взял ты этот бонус уровень или... Так, где последний? Сноу Хэнк Эйд, да? Остался? Да. Ну что, Крэш, погнали! Так, ну давайте. Это мы уже добьем первую вот эту... Как это назвать-то? Первую комнату. Если сейчас пройдем, конечно, уровень. Так. Ага, ну ладно. Бежать будем в привычную сторону. О! Уровень на воде. Окей. Блин. Тоже, да, усложнили концепцию. Так, непонятно, какие штуки тебя убивают, а какие нет. Пиранья. Оу, е! Отлично. Так, что тут у нас? Оу! Нифига себе! Не заметил, прикиньте. Так, и там что такое? О, это водный этот, что ли, типа мотоцикл? И чё? Управлять можно. Круто. Ха-ха, жизнь. Отлично. А, можно ускоряться, да? Так, это чё? А, мины! Вау, водовороты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, жизнь! Да. Так, пристань. Хо-хо-хо! Сам выпрыгивает. Чик. Так, блин, цветки вообще злостные. А я без масочки, что ли? О, уровень пойдет, бонус. Ха-ха. Так, блин, опять такой же, что ли? Тик. О. Так, погоди, блин, чё за... А, во-во-во. Вот так, чик. Так, меня же не убьет вот здесь. Не убьет. Ползком. Прикольно. Пинь. Пойдет. Сейчас жизик понасып... О, нормулики. Чик. Сейчас еще за яблочки жизнь отхватим. Да, сразу же. Чик, еще одну. И еще 12 уже. Еще за соточку. А, 98. Сейчас. Два тыблока взять. Ну и все. Оу, чуть-чуть было не... Че вот это такое? Вы это тоже видите? Эх, блин, пожертвовать жизни нет. Встать сюда. Это? А, это глюк. Графики, что ли? Графически просто глюк. Ладно. Так, ох ты, я вижу, вон бегемот. На него встанешь, он, наверное, под воду уйдет, да? О, идет. Так, бегемот, надо туда и сразу вперед. Блин, сейчас по-любому здесь сдохну. А, есть. Короче, я алмазик взял, все, пора заканчивать уровень. Чего это? Зачем еще? Так, ладно. Оп. Как тут? Тихо. А, вон что есть. Подожди. А прыгать-то он все равно не может.
И чё, и как? А, во-во-во-во-во-во-во-во-во, тихо! Воу! Фух! Фух, вот это было мощно, я думал, блин, помру, я вообще... Блин, не видно тебя, слышь? Так, чё там? А, всё, конец. Ништяк, ой, даже меньше половины взяли ящичков. Да и фиг с ними. Фу, я не думаю, что кто-то первый раз проходил и прям всё собирал. Смог такой. Так, о, тихо, у нас же всё пройдено, первая комната. Сейчас, наверное, кортекс появится, точно. We are not without enemies. Some of them you may even recognize. Although they cannot harm you inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Короче, чтобы в следующую перейти, использую платформу посередине, да? Давайте-ка засейваемся сначала, а потом юзанем ее. Куда переводчик-то делся? Он уже вторую серию где-то в загуле. Такой прямо поначалу переводил там пафосно. Вот такие вот. Вот представляете, вот в такие игры мы играли раньше. Вот те, кто вот молодые ребята сейчас смотрят прохождение это, блин, вот представьте. Вот в такое мы играли. С таким вот не пойми чем перевод. А ведь красовалась надпись «Русская версия». Так, ладно, давайте на платформу становимся. Так вот прямо. Ну. Окей. Ага, вот. Он палец вверх такой поднял, типа, давай, 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 давай. Такси. О, это ж главарь был такой в это. А вот он. Сумасшедший. А, так он и есть главарь. Он же... Подожди, чего? Пиперру. А, он сам себя, что ли, коцает? Да? Нет, он не покоцался. Так, понятно. Что-то я сейчас его не покоцал почему-то. Что, можно только когда нитро? А, ну да. Получается, его можно коцать только когда он на нитре взрывается. Ай-я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 й. Блин. Так. Чё, главари все те же будут, что ли? Ай! Есть! С первого раза! Ну, в принципе, там он примерно о том же. Даже там он в первой части был посложнее. Чё это с нашим крышем? Это что было? Танец живодрыги? Что, говорит, он делает? Он живодрыгает. О, Сноубиз. Такой, где я? Репу постоянно чешет. I see that Ripperu failed to prove much of a challenge yet again. Да, лох твой, Ripperu. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them, and this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Нафига он говорит, что он... Ой. I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Доктор Кортекс запускает свою машину. Крэш, ты... Что сейчас было?
Вот это я о том и говорю. Вот такие вот русские версии у нас были, ребята. Так что цените момент, что вы сейчас имеете возможность играть в нормальные русские версии. Оттуда сейчас не нравится. Ой, голоса не соответствуют, значит, тем оригиналам, которые в английской версии. Вы гляньте, в чем мы играли. Тут соответствуют голоса оригинала вообще, а? Как? Нормально? Вот это вот было сейчас. Ой. Короче, сестричка Коко опять вышла на связь. Давай, говорит, спеши. Чё это? А, можно вернуться, короче, вниз, прикиньте. Ага, туда. Ладно, давайте тут сохранимся. Я так понимаю, мы перешли на новый уровень. Но можно всё-таки вернуться, я так понимаю, и назад. Он сейчас вот встал на эту платформу и такой вниз показывает, типа, чё, поехали. Вот, так что это? Тут также 5, да? Тут все, что ли, будут это снежные уровни? Ладно, это мы посмотрим в следующей серии. Вот. А сейчас давайте прощаться. И, в общем, сейчас я, как всегда, произнесу свою рекламную речь. Ну, в общем-то, это в ваших же интересах поучаствовать в конкурсе. В общем, у меня на канале в субботу, 18 марта, будет проходить конкурс, стрим-конкурс. Вот, в ходе которого будет разыгран ценный приз, пока не скажу какой. Пусть будет сюрпризом. Вот, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить три условия. Подписка на канал, подписка на группу ВКонтакте и репост новости, вот, которая в группе, как раз об этом конкурсе. Вот, именно репост, опять же таки, напоминаю, не лайк, а репост, то есть надо на этот нажать, на рупор, мегафон. Вот, и тогда, да, вы сможете получить, по-моему, неплохой приз, вот. Так что вперед из песни, подписываться на все, репостить, давайте поактивнее, это же в ваших же интересах, вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Вот Крэш тоже с вами прощается. До следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об Играх. Все, всем пока-пока и удачи!